И скандал в театре ВИИ. После ухода художественного руководителя и отказа продлить контракт с директором, театр оказался на грани развала. Так считают в коллективе. Нет ни одного режиссера, не хватает профессиональных актеров, исчезли лучшие постановки. Об этом заявили на пресс-конференции бывший директор Владислав Лебедев и ныне действующий заместитель директора Дмитрий Московцев. Считают, что в такой ситуации виновато городское управление культуры. Когда нас 2 месяца продержали вот в этом разброде шатании, мы уже просто не выдержали и заявили о том, что мы приостанавливаем сезон. И вот это еще больше не понравилось управлению культуры. Будем говорить так. Они решили нас наказать. Как вы посмели иметь свое мнение и выступить против власти? Это оскорбление нас, как театра, человеческой, гражданской позиции.